Алло, слушаю, кто это? Здравствуйте, Сергей Владимирович. Да, кто это? Это отдел досудебного взыскания компании СМС Финанс. Меня зовут Елена Михайловна. На сегодня просрочка 7-7 дней. От вас когда оплата поступит? Куда оплата поступит? В компанию СМС Финанс. Что, у вас брал что-то? Вы забыли уже? Ну... 10 000 рублей брали, не первый ваш займ. Да ладно, каким образом? У меня ни одного документа даже нет. Договор оферты. Документы не нужны с момента получения займа. Договор оферты, статья 807 Гражданского кодекса Российской как так, Владимир? Федерации, а где он? вступает в силу. Где он? Вы деньги брали на Киви, вам были перечислены. Да ладно, вы кому-то вносили перечислили, а оплату? мне предъявляете. Вы что? Документы давайте. Вы Ну, потом забыли предъявляйте. уже, что оплачивали, Да вы Сергей Владимирович? ошибаетесь. Кого оплачивал? У вас, наверное, Оплачивали галлюцинации. долги свои. Вы не первый раз А зачем вы брали. звоните, если Это уже по-вашему я их оплачивал? седьмой займ. Так вы до этого брали, все оплатили, а тут вы решили не платить? Да, я ничего не брал у вас. И делаете, что вы Ничего у ничего не вас... брали, Да, да? да, 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 да. Ну и хорошо, если вы утверждаете, что вы ничего не брали, идите в полицию, пишите заявление. Зачем? На кого? Когда пойдете в полицию. А на кого заявление на то, писать? Что Какое на ваши заявление? данные мошенническим путем был оформлен займ. Да и ради бога, когда а мне пойдете в что от полицию? этого? Я что, пострадавшая сторона, меня все в этой жизни устраивает? Естественно. Что вы естественно? Когда Естественно пойдете устраивает в полицию? Или что? О, смотрите, кто-то мне звонит. Наверное, такие же, как вы и вы. Пострадавшая Алло, сторона, алло, когда алло. пойдете в полицию? Вы пострадавшая сторона, когда пойдете в полицию, Сергей Владимирович? Зачем мне туда все идти? Все разговоры фиксируются. Ну хорошо, пускай фиксируются. Как зачем? А Вы где? Же говорите, что вы ничего не брали. Ну и что, ну и говорю, и сосед мой также может сказать. Так идите пишите, значит, тогда, если Чего вы писать-то? Не брали. Чего писать? Пишите заявление о мошенничестве, вы не услышали? Да нормально меня никто, раз, меня не... Вы думаете, вы что, а зачем? Сергей Владимирович, ну зачем оно мне? Заявление о том, что на ваши данные. Да не пойду, если не, пока не объясните, зачем мне это заявление. Вы идите, ищите деньги тогда и зарабатывайте. На сегодня сумма долга уже 20 тысяч. Максимум, на что я могу написать заявление, это вот о вымогательстве с какой-то там ПМС Финанс. Звонит и вымогает у меня деньги. Сергей Владимирович, вы рассчитаетесь до копейки. Не первый ваш займ, все разговоры записаны и зафиксированы. Ну, что, не что, нужно да вы, сейчас у вас, а, у вас кто там записывает их? Не нужно. Врать. У нас автоматически все разговоры. У меня тоже записывается. У меня автоматически все записывается. Я еще их в YouTube выложу, чтобы все слышали. В YouTube. Ну, слышали канал Кузнецова Дмитрия? Я ему отдам. У него... Сергей Владимирович. Да. Хоть кому отдавайте, хоть ну, кому. Вот, нет, чтобы вы понимали, что ищите мне похер на вас. Главное, и оплатите. А, да? Нет, это вы ищите мозги, знаете, как волшебник изумрудного города. Вам не стыдно, Сергей Владимирович? Не можете 10 тысяч взяли, не можете отдать? Не да не брал я у вас ничего, это вам должно быть стыдно. Должно да, быть стыдно, подбираетесь, ходите, не знаете, где деньги. Ни один займ вы у нас брали. Да как, это ваши так, слова. Я считаю, дальнейший разговор не имеет смысла. Да, конечно, что звоните-то тогда? Полиция, если вы... Да что вы заладили, что? Зачем мне туда ходить? Вы к доктору идите. Так вы сами говорите, что вы ничего не брали. Вы ну, говорю, утверждаю. А у меня что, жизнь плохая, что ли? Меня кто-то... Вы уже поменяли свое мнение. Это вы считаете, что у вас кто-то что-то взял и вам не отдает? Идите в полицию. Сергей Владимирович, вы успокойтесь, Валерий. Я спокойно. Побейте, у вас что-то смех постоянно какой-то непроизвольный возникает. Ну, потому что мне весело слышать, как вы там заикаетесь, слова подбираете, бредите. Да ничего я не брал у вас. Ничего я не брал. Ищите деньги. Вымогатели долбаные. Здравствуйте, друзья. Это Дмитрий Кузнецов. Ну, здесь все просто. Вот эти онлайн-займы, наверняка все уже понимают. Во всяком случае, те, кто давно на нашем канале, кто не понимает, я в двух словах объясню. Долговая расписка должна фиксироваться на бумаге подписями двух сторон в личном присутствии. Все вот эти вот галочки, проставленные в интернете, это все, извините за выражение, лажа полная. Не с чем им идти в суд. Законное истребование долгов может только сформироваться через судью, посредством судебного пристава. Все остальное вымогательство. Вы можете спокойно говорить, я у вас ничего не брал, не брала. Если вы с этим не согласны, ну, тогда идите в суд, действительно.
заявляйте в полицию, если вы считаете, что вас обокрали и так далее. С чем они пойдут в полицию? И вот это вот их тема, да, идите в полицию, типа, а иначе что? Ну, вы же мне не мешаете, ну вот вы звоните, и я радуюсь. Мне очень хорошо от того, что мне звонят всякие идиоты. Я вот в YouTube выкладываю, да, ну вот вы можете так говорить своим тем звонарям, которые вам названивают. А что мне в полицию идти? Зачем? На что жаловаться? Ну я что, какой-то ущербный? Я что, не могу ответить на телефон идиота? Ну в крайнем случае, если не хочу, то можно в черный список эти номера внести. Да и все. Вот сидят там тоже курицы, не понимают, что рекомендуют, что от людей требуют. Ну ладно, кто не понимает, что да как, в описании ролика есть все необходимые ресурсы. Ссылочка на наш сайт, там на сайте видео, как устроена работа наша, нашей организации. Ссылка на группу ВКонтакте, там, пожалуйста, тоже в нашей группе ВКонтакте все наши ролики с YouTube дублируются, подписывайтесь. Тех, ну, кому понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. На связи был Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, Центр юридической защиты, компания «Алиам». До свидания.